Добрый вечер, дорогие друзья. Я от имени компании «Сухой», от имени всех авиастроителей Комсомольска-на-Амуре, своего имени сердечно сегодня поздравляю с победой, в первую очередь, конечно, футболистов и всех, кто вместе с ними делал этот успех. Руководителей, докторов, технический персонал, болельщиков, конечно. И надо сказать, это действительно так, знаменательное событие, несколько неожиданное для нас, знаменательное событие для всего футбола и вообще-то для Комсомольска на море. Надо сказать, что компания «Сухой» и базовые предприятия компании «Сухой», наше предприятие, родное предприятие, сегодня играет, можно так сказать, в высшей лиге мирового авиастроения. И практически мы выпускаем лучшие самолеты в сегменте фронтовой авиации. Это доказано многими годами. Уже базовый самолет ВВС Российской Федерации — это самолеты марки Су, выпускаемые на нашем предприятии. И таким весомым вкладом и неоспоримым фактом этого является то, что наша техника сегодня успешно работает в Сирийской Арабской Республике, выполняя задачи, поставленные правительством Российской Федерации. И, конечно же, я думаю, весь коллектив нашего предприятия ощущает то, что значительный вклад в это дело действительно вы сегодня вносите, потому что вы являетесь тем сегментом, наверное, который создает хорошее настроение, положительные эмоции. Неважно, это десятки людей или сотни людей, но это люди, которые получают эмоции, заряжаются эмоциями от вашего мастерства, от ваших побед, и это, естественно, подвигает к повышению производительности труда. Я думаю, это неоспоримо, потому что по себе знаю, с одним настроением идешь на работу после даже ничей сборной Российской Федерации с Англией, и совсем с другим настроением приступаешь к работе после поражения от сборной Словакии и тем более сборной Уэльса. Поэтому неоспорим ваш вклад действительно в духовную жизнь нашего города, нашего предприятия. И за это вам, конечно, особое спасибо. Мы поддерживали команду, мы ее сегодня поддерживаем. И ну, хочу сказать, что мы ее будем в дальнейшем поддерживать. Есть отдельная статья в нашем бюджете. Конечно, это может быть не те средства, мы сегодня вкладываем, которые нужно действительно для того, чтобы вывести вас на новый уровень. Но я хочу сказать, перед нами стоят очень серьезные задачи, как перед предприятием, которое отвечает за десятки тысяч людей. И, конечно же, мы по своим возможностям сегодня работаем, мы будем продолжать с вашим клубом. Я хочу еще раз поздравить вас с такой яркой победой. И, конечно же, в дальнейшем пожелать, чтобы коллектив футбольного клуба «Смены» сохранился, чтобы вас или нас, можно сказать, ожидали новые победы, чтобы с футбольных матчей, которые проходят в нашем городе, болельщики всегда шли с хорошим настроением, шли в семьи с хорошим настроением, шли с хорошим настроением на свои рабочие места, чтобы наша команда была яркой, самобытной и всегда была на высоте. Спасибо вам большое и успехов!